Пипи-эпи. Ту-т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 у. Пипи-эпи. Ту-т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 у. Пен, пене, апл, апл, пен. Ну чак тун тун, ну чак тун тун, ну чак тун тун, ну чак тун тун. Хватит, прекратите петь! Пора искать Дениса Губенко! И меня! И Маркуса! Все-все, слушаемся, все слушаемся. О, панда, ты не видела мальчиков? Тут Губенко, Маркус тут не пробегали? Тигрица, богомол, журавль, гадюка и обезьяна. Какая гадюка? Какая обезьяна? Они же мальчики! Причем тут обезьяна? О, привет! А вы, может, видели Маркуса? Что? А может, Губенко видели? Ага, значит, мне надо собачку взять на помощь. Ну да, где я сейчас возьму тебя ночью собаку? О, привет, Винни! Ты не видел мальчиков? Доброе утро! Время вставать! Какое утро! Ночью на дворе! Хватит валяться! Какой валяться? Никто еще не спит? Еще спать никто не пошел! Друг пришел к тебе домой. Дверь на другу ты открой. Я уже открыл двери. Чай на дом предложи. Ага, значит, за столом сидят. Ага. Пятачок! Пятачок! Я тебя на мясокомбинат отправлю. На сосиски! Понял? О, бременские музыканты. Скажите, не видели ли вы по дороге мальчиков? Маркуса и Губенко. Я дюймовочкой зовусь. Ростом... Какая дюймовочка? Нет, мальчики! Нет, не утята! Мальчики! Они мальчики! А где же мне их искать? Тихо, петух! Еще не утро! Петух! А ну-ка, перестань! О, мальчик, девочка, а вы не видели Маркуса и Губенко? Что это за звуки у вас? Эй, дети, сходите к логопеду, поучитесь разговаривать. Ох. Что за безобразие? Мы же опоздаем на... Вот-вот, надо быстрее найти их. Заяц, опять ты? Что тут такого смешного? Дети пропали, а ты смеешься. А, ну все, давай, волк, догоняй его. Ну, заяц, ну, поди. Привет, я Серхио. Вам помочь? Нет, не надо нам помочь. Мы сами найдем Маркуса. А может, Губенко и Маркус пришли посылки из Китая? Какие посылки? Ты что? Кто мальчиков в посылки тебе засунет? О, привет, девочка. Ножками потопали, ручками похлопали и нашли мальчиков. Что за безобразие? Почему со мной никто не разговаривает? А нам мама запретила с чужими дядьками разговаривать. Ну да, вроде правильно мама сказала. А вам тоже запретили разговаривать? Да, да. Мне мама сказала, если я буду разговаривать с чужими дядьками, чужие дядьки мне мед отберут. Да не нужен мне мед твой! Не нужен мне мед! Мне нужен мальчик, Маркус! Может, ты видел?
Нет, не буду спрашивать. О, привет, Степа. У меня Губенко пропал, и Маркус, может, поможешь узнать, чьи? Дом машина, знаю я, мастер. При чем дом машины? Инструментами в руках спорится работа. Какие инструменты? Кого чинить? А, Маркуса кресло починить. Ну, молодец, Степа. Нету Маркуса на кресле. Ты меня обманул, Степа. Привет, Маша. Ух, я такая боевая. Да? Ну, давай, помоги мне найти мальчиков. Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Давай, ищем Маркуса и Губенко. Какой снится? Какие тучи? Ночи на дворе! Зима! Ты чё, Маша? Минка! Выбор! Я больше не буду! Что ты не будешь? Обманывать меня не будешь? Ну тогда говори, где Маркус? Ну, сразу сдашься. Или половить. Ты ещё со мной издеваться будешь? Я такая боевая! Ну я понял, да! Стой, значит, Маркус убегает, да? Из комнаты убегает. Маша! Ну все! Волки, павлина, шиня. Какие волки? Вы наконец найдете мне Губенко? А? Сколько можно сдать? Ладно, дядя Гамбл. Сейчас мы быстренько найдем. Ну чак-тун-тун. Ну чак-тун-тун. Никакой музыки! Давай, не отвлекайся, ищи дальше мальчиков! Все, понял, пока, нучек! Пока, кака! Какая какашка еще? О, привет! Гитара. А, мальчики играют на гитаре, а где они могут играть на гитаре? Титарс. Какой титарс? Хеликоптер. Да. Ты еще скажи, на самолете уехали. Ах, улетели. Пинеапл, апл, пен, пен, пен. Пинеапл, апл, пен. Ту-т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 у. Я же сказал, никакой музыки. Все, не убираем. О, привет, девочка. Где Маркус? Где Губенко? Козленок. У меня живет козленок. Какие козлята? Они мальчики. При чем тут козлята? Он заблудится в шар зайка. Зайку бросила хозяйка. При чем тут зайка? Бычок. Идет бычок. Идет Маркус, качается по комнате. Ну, сейчас посмотрим. Там только елочка осталась и пингвины. О. Ну, девочка, как тебе не стыдно? Посмотри буквы. Губенко. А, значит, Г. Губенко. Г. Герда. Какая Герда? При чем тут Герда? Д. Денис. Д. Джин. О. Денис как джин. А Маркус? Мамонтенок! Опять мамонтенок! Заяц! Перестань смеяться! Смотрите, точка. Я получился медвежонок! Какой медвежонок? О чем ты, Маша? Заяц, ты опять смеешься? Заяц! Заяц, ну все, я пошел, волк, догоняй их. О. Где Губенко? Поросеночек. Что? Какой поросеночек? Где Маркус? Где мой поросеночек? Какой поросеночек? Ты че, бабуля? Где Губенко? Где мой поросеночек?
Что? О, ладно, я лучше спрошу тогда у Фунтика. Ну тогда скажи, где Маркус? Маркус рисует за столом. Там нет, тут только мистер Макс и папа и с игрушками. Опять меня обманули. О, Золушка. Куда же ты, Золушка? Погоди. Золушка! Ай, убежала Золушка. Тихо! О, уроки безопасности. Ну, Леопольд, расскажи, где Маркус, где Губенко? Что с вами? Что у тебя с животом? Ты что, мышей съел? Сходи к доктору, пожалуйста. Будешь знать, как мышей кушать. О, ну, волк догнал зайца? Ну, ты догнал зайца? А, нет, это тоже не умеет. Ага, ну вот, мальчики, я почти что нашел уже. Они умеют одеваться? Маркус, ты умеешь одеваться? Да. А Губенко, ты умеешь одеваться? Да. Ну, сейчас проверим. Как вы умеете одеваться? О, Денис Губенко уже оделся. Вау, что у тебя за оранжевые штаны такие на все стороны? А, не, это твои волосы. Извини, друг, не знал, что это твои волосы. Сейчас мы Маркуса найдем. Так это же не Маркус. Я Ивангай. Это же Ивангай. Ох. Мы искали Маркуса, а нашли кого? Ивангая. Вот тебе посылки из Китая. Ха-ха-ха.